И снова здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня продолжаем прохождение игры про солдатиков. Это четвертая миссия и операция «Молчаливый тунец». Наша задача – уничтожить все турели и сохранить не менее 70% зданий. Ну, насчет сохранить не знаю, а турели должны уничтожить. Итак, полетели. Грузится игра у нас. Готово. Вперед! Вперед! Тагадин, тагадин, тагадин. Согласен! Трамплин! Он позволит перебраться на другой берег на технике! Вперед! Ручки. Да-да. Это дальнобойный пули. Хотел сказать дальнобой для пули. Отлично! Осторожно, засада! Захватите базу! Помните, наша цель — турели! Отлично! Закончились гранаты. Блин, самоубийца этот еще красный. Вот тут есть гранаты и пулемет. Конечно! Получается, шить гранату. Не уничтожайте джип! Он еще пригодится! Согласен! Зададим им жару! Вперед! Вперед! Отлично! Люблю взрывать боеприпасы. Приступаю? Конечно! Вот еще одна турель, которая нам нужна. Отлично! Вперед! Уже бегу! Согласен! Отлично! А вот тот самый джип. Я предлагаю не пользоваться. Неудобно. Турель его сразу разбивает. Сразу теряем турель. База взята! Было не так сложно! Лучше ходить солдатиками. Тем более стрелять он не умеет. Этот автомобиль. Он может только мини ставить. Уже бегу! Есть! Вперед! Есть! Жилет у нас есть. Согласен! Отлично! Салют! Ура! Нет, как в армии. Ура, ура, ура! Зададим им жару! Осторожно, засада! Выполняю! Ой-ой-ой! Летают коршуны. О, уровень повысился, тоже хорошо. Вот самоубийца красным подсвеченный с бомбой, который бежал. Уже если бегу! Позволите ему добежать, то он взрывается прямо в толпе наших солдафончиков. Сделаю! Так точно! Еще вперед! Одна захватите базу противника! Пленных не брать! Надо помнить! Турели наша цель! Разнесем их в пух и прорву!
затыл какой-то учебный галерей. Помните, нельзя уничтожать здания. Они нам еще пригодятся. Так точно? Так точно. Отлично! Ай, опять ошибка прямо везде. Через забор не смог перекинуть, прямо из забора взорвалось. Нам помог бронежилет. Отлично! Ай-яй-яй-яй-яй. Конечно! Попала гадина. Убила бойца. Ух ты, тут же. Уже бегу! Надо поскорее бегать. Было не так сложно. Нельзя стоять на месте, потому что будет прицельный огонь. Приступаю! Еще один жип для нас. Террорист! Выполняю! Фу. Согласен! Что там у нас? Гранатки. Берем еще один террорист. Выполняю! С бомбой. Вперед! Там еще один что-то получится. Пойдем соберем. Конечно! Делаю! Подадим им жару! Так! Еще одна база! Очистим ее от террористов! Да-да. На духу совсем не похоже это уже. Ух ты, звание повысили. Лучше повысили, конечно, жизнь. Ай. Нарвался на шальную пыль. В 16 бойцов осталось в этой роте. Подадим им жару! И 8 зданий, еще не зданий, 8 этих турелей необходимо уничтожить. Вперед! Ай. Согласен! Отлично! Чуть не попало в бочку. Сгорючим. Делаю! Как у нас за забором, но нам она не нужна. Сейчас, по крайней мере. Так точно? На машине, надеюсь, они без водителей. Согласен! Нам вреда не причинят, сохранимся. Ай-яй-яй-яй-яй, какие чувствия. Было не так сложно. Теперь мы можем побаловаться в турели. Вот, прикольно. Ай, до здания жалко не долетает. До моста не долетает. Радиус маленький. Гранаты. Уже бегу! Нам пригодятся. Конечно! Сохранимся на всякий случай. Еще вперед. Зададим им жару! Мы захватили базу, но противник вызвал подкрепление. Зададим им жару! Вражеское подкрепление прибудет с юга. Предположительно, они пройдут через мост. Тут есть окоп и турель, которые мы можем занять. Чтобы занять и то, и другое, придется разделиться. Чтобы разделить отряд, нажмите клавишу управления отрядом и перетащите бойцов в свободный отряд. Отряд, который вы не контролируете, будет обороняться самостоятельно. Отрядов у нас нет,
У нас взвод состоит из одного бойца. Поэтому команду не давать некому. Мы тоже. Ну и все стоят. Бойцы, вы выполнили задание. Предотвратили захват нашей базы. Ура! Ура, ура, ура. Так точно? Теперь вы можете восполнять свое здоровье при смерти солдат противника. Отлично! Это когда можешь такую летучую убедишь. Лишь смерти противников может восстанавливать ее здоровье. Так, что-то не туда пошли. Так точно? Но, скорее всего, через мост. Еще 5 туров. Отлично! Зададим им жару! На я... Уже бегу! Делаю! Ну, так, турели. Отлично! Вперед! Приступаю! Смотрелся на вертолет. Конечно! Так, 3 турели нам осталось. Уничтожить. Еще раз сохранимся. Ну да, мы тут сохранялись. Навели курсор. И мы начали играть почему-то с предыдущей точки сохранения. Отлично! В атаку! Вперед! Бронежилет. Да-да! Открой! Баба. Конечно! Приступаю! Отлично! Вперед! Сердечко вам как раз. Согласен! Развалить тут все окончательно. Приступаю! Ура! Миссия пройдена. Поздравляю. Надеюсь, вам понравилось видео. Это был обзор игры от канала GMX. Канал обзора и прохождения компьютерных игр. Не забудьте подписаться и поставить лайк под видео. Это стимулирует к созданию новых видеороликов и обзоров игровых новостей на канале. Спасибо за просмотр. Всего наилучшего и до скорой встречи на канале.